готово. Ну, характеристика на лозе, кстати, была прервана моя. Вчера начал писать. Да, 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 да. Видишь, как полутонами вот эти. Ты увлекся ими, да? Конечно. Да, вообще очень. Красиво. Они витиеватость такую придают. Изысканность. Да. Утонченность. Все. Давай. Дальше, ля-ля. Поверни правильно, ля-ля. Я забыл, как только не пишет. Так, блин. Как шнур-то у нас есть, вот. Короткий сейчас. Ни хера мы не запишем. Ну ладно, меня не обязательно видеть, слышишь? Нет, тебя обязательно, меня не обязательно. А, ну сейчас тебя не и крашут тебя. И, кстати, без ошибок, по-моему, ты сейчас играл уже. Сквозь это... Читаешь вот такую малый водный такой. А ну еще раз. Давай быстро вот эту диагональ. Может так? Да. Ого. Напрашивается немножко другая нота сверху. Нет, дальше. Да, следующая. Нет. Вот это. Угу. Так, мы соберемся к традиционным сейчас. Да. Чтобы это... Давай гласные. Вспомни. Oh,
проходить дверь. Yeah.
Все интервалы проходили, не пиши, не пиши. Ну ты хорошо тоже, кстати, прибавил, потому что лишнего прибавил. Там сексу нужно было, ты на сексу уже пошел. Ага. То есть перескочил через сексу, да? Ага. Сразу договариваться, где конкретно берем дыхание. Тогда ты будешь в нужных местах брать дыхание. А? Ну, с дыханием все решится. Не будет ни самонепроизвольных вздохов, где не нужно, если заранее проговорить, где дышим. Например, в гамме. Вот мы... вот здесь можно ну, и в зависимости от того, то есть просто как, знаешь, ты уже перерос это, я доверяю твоему инстинктивному уже дыхаю. А вот интересно, как, когда парень тебе его примерно слушает, там вот смотри, это заранее уже, ты ну, уже во время парня уже распределяешься уже все. С дыханием-то? Да. Ну вот, где длительность, да? Вы мне писали. Взял дыхание. Нет, не отпирайтесь. Так, например, оркестр. Я прочел. И так далее, души, та-та-та-та, признание, любви невинны излияние. Мне ваша искренность мила. Можно перехватить дыхание там дальше, да, ты же двигайся. Она в смущение привела давно. Умолкнувшие чувства, но вас хвалить я не хочу. То есть, в общем, где точка, вот берешь текст, да, знаки препинания, где запятая, там точка, вот это, там берешь дыхание. Если дыхания хватает, до следующей запятой идешь, да, но да, чтобы выражать вот это, конечно, вот это вот. Когда бы жизнь домашним кругом я ограничить захотел, как надо мне быть отцом супругом? Там и так далее, и так далее. Вот, короче, вот там и берешь дыхание. Алло. Алло. И знаешь, смотри. Ни сна, ни отдыха и замученной душе. Ну, как можно здесь, да? Оркестр... Мне ночь не шлет отрады и забвенья, лишь прошлое вновь переживаю один в тиши ночей. Точка, да? Смысловая. Берешь дыхание. Дыхание.
дыхание. Бывает такой темп, трудно схватить дыхание. Но когда ты уже вась-вась с дирижером, там, с этим, с концертмейстером, он под тебя подстраивается, и когда надо, ты берешь, он уже, то есть, не протупит там. Алло. Да-да. Нет, я как раз занимаюсь занятиями. Вот и таким образом, вот так и происходит. Главное, чтобы оркестр и сам концертмейстер не обрезал как бы вокалисту, как артисту главному на сцене, не под это самое, не портил картину. А наоборот, подстраивался под него, чувствовал, он должен чувствовать его. Я читал проблемы, какие были, когда я там писал. Ну, я помнишь, что там я говорил, что там Мейербаха, то есть, когда вокалисты отказывались вообще петь. Ты это читал? В таком темпе невозможно спеть, ну вас нахуй. Там есть такие, например, подъезжая под дежурки, там ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Вот, и тут надо, тут считается от мастерства именно взаимосвязи. Нужно воспитать, нужно себе концертмейстера нужно воспитать своего. Либретто. Если ты, ну, особенно занятия проводишь. Либретто у вас и обычно написано. Подытожил Дюба. Прорезаться начали глазами сквозь пелену, да, вот. Конечно. Так. Так, ты купил этот, как вот это, вот это, халета. Окей? Да. Конечно. Вот и правильно. Конечно. Сейчас прощучим. А там это, слизь. Сидит, да. Не вибрирует, блин, сладко. Мешает. Мешает вот это вот волны, волне. Звонкости, да. Это как, знаешь, вот как это вот, мембрана. Как залипла, ну. Да, это ультразвуковая. Мусорный мешок, вот это? Идёк плеваться, пойдешь туда. Ничего, ничего. Надо это, мешочек маленький. С тобой мешочек, ну, да. Давай. Ну что, ты спортивный и нормальный себя. Ты уже все кажешь, что сегодня на бег обновился. Как это, белка в колесе, да, там только колесе. Сейчас ты вел разгульный образ жизни. Все, ты что думаешь, это все просто так? Вот эти ноты были и дальше были, ты же помнишь. Сейчас мы их это восстанавливаем, ты как хотел. Соберем. Дело такое, да. Все надо отрабатывать, приходится. Конечно. Мысленно. Да. Слушай, у меня какая-то тварь. Что там за? А я так буду делать. Смотри, тут. Мягче так иди, мягче. Вот
нахуй ты туда прошел. Да. Дорожку ты нащупал. Давай. Вот будем подходить туда медленнее, мы будем стратегически так подходить, понимаешь? Не будем вот так вот прям долдониться туда. Да, когда... Расцвел цветок, расцвел.
завтра он увянет. А завтра он увянет. Горит огонь. Горит огонь. Что вскоре отгорит. Чтоб скоро отгореть. Идет волна, идет волна, за ней другая встанет. За ней другая встанет. Я не могу веселых песен петь. Я не могу. Не могу, я такой не возьму. Пока хватит. Просто ты что пообразил? Ты меня это пел спокойно все. Ты меня это пел, вот, и выше пел. Спокойно. Реально? Реально, да. Просто показывай, что ты у меня пел такие вещи. Сложнейший мировой, лучший рахманинский романс, ты меня щелкал, как орешки, но сейчас щелкаешь тоже. Все ты считываешь без нот, с листа, в смысле, сразу верха подделаем. Вот. Ну что, размялись немножко под голос с романсом, вспомнили, да? Теперь, как эту ноту мы возьмем сейчас? Это сейчас панк какой-то. Какой-то у меня панк. Подожди. Алло. Алло. Я, блядь, понял, меня банкиры сдают. Мразь, блядь, вонючая. Что там говорят? Что-то они прокляты. А? Там все какую-то дрянь. Всякие свои. Ну как? Yeah. Ну, они предлагают. Ловушка своя. Они предлагают мне упасть. Понятно. Задача перейти полностью на Мэтса Вотча и какое-то время, месяц где-то, заниматься на сугубо Мэтса Вотча, чтобы восстановить вот эти все связи вокальные. Давай, так, готов давай, к этому? Давай. Тебе это будет не просто, потому что тебе хочется как можно быстрее вперед, а надо будет немножко-то... Давай. Этого... Давай. Что я подразумеваю? Сейчас смотри. Вот. Надо начнем с мякора. Вот пойми. Давай, давай. Как будет. Я за. Я понимаю, что тебе это будет трудно, но надо. Надо, надо. Так, ладно.
пока оставим так, и вот что споем. Да. Это решили прям не мытьем токарным, да? Все, не обращать внимания на такое. Там такие. И сейчас хорошо спел, ты хорошо. Мне понравилась манера твоего исполнения. Сейчас мы это очень было сделано. Давай сюда. Норму еще. Чувствуешь, как с мастером, с мазоедеем таким, да? Миром, миропомазание связок. Вот. Вот так вот надо их вот так приводить в порядок. Так вот мы действуем. Вспомни наши драгоценные, можно сказать, вот эти вот трезвучие. До миса, миса. Потом, знаешь, что я придумал бы? Это основные гармонические функции будем пропивать. Давай. Сейчас мы устанавливаем с тобой вот это. Трезвучие тоническое, потом доминанту, субдоминанту можно будет сюда. Учили тогда строго тоника, субдоминанта, доминанта, тоника. А значит, что сделал Дергомыский? Он, значит, взял и сыграл тонику, потом субдоминант, потом доминант. А сказали, ай-яй-яй-яй-яй, нельзя так. А сказали, а мы так хотим. Понимаешь, что? И тогда образовалась могучая кучка. Они вышли из-под контроля именно... Ну как ты вот так действуешь, знаешь, ты выходишь вот из-за рамки. Причем в том-то интересно, твой мозг, поэтому я считаю, не получается. Вот. Она не похожа на другие. Сегодня с Рижкой связывался. Завтра должна клип уже выслать. Ну что ты говоришь, да? Ух ты, завтра, значит, будем ловить, да? Шикарно. Слушай, ну я тебя знаю, что вот это чувство предвкушения шикарного клипа, когда вот такого профессионального, всегда приятно. А я не знаешь, а я на меня обижается. Что, Сибира, что-то? Ну нет, ну я знаю, что я-то необычный, как бы раз привыкла сталкиваться с всякими там Евгениями, там всякими. Это любимцы. Да. Необычно, но я звонил по другому вопросу совсем вообще. То есть я вообще не как бы. Я не писала, когда Николай, я сделал дело, я такая, Александр, вы по клипу, но она думала, как обычно, люди-то звонят там. Я говорю, Вирушка, мне вообще, говорю, честно говоря, мы сделали дело, я уже очень рад, то есть когда там он выйдет, мне это не очень интересно, меня другой вопрос интересует. Говорит, завтра клип, я все начну расставить. Я говорю, вообще по другому поводу. Я говорю, мы уже записали, я все знаю, все там прекрасно и шикарно. Чем мне там смотреть, говорю, я на себя что ли буду любоваться. Ну и поговорили с ней, так посмеялись. А повод был каков? А я это спрашивал у нее за музыкантов, которые там присутствовали. Ну, которые вот изображали. Которые там. Которые изображали вид. Которые там исполняли. Исполняли, да. Вот. И вам не было телефончика, я посмотрел просто. Ну, мне уж пригодятся хранить. Ну, так а почему, собственно? Но. Почему бы и нет? Смотри. Так, давай вот эти. Нужны, правильно.
ночь, это лечебная часть. Да, да, да. Вот. Сейчас действуешь в ближайшую декаду, да, вот да, так, да, да, и да. Ты не заметишь, как ты войдешь вот да, в это да, вот. Да, все хорошо. Лодка поплывет. Конечно, конечно. Вот. С удовольствием, конечно. Теперь смотри, что мы делаем. Вот это мы говорили, тригонометрические вот эти функции. Дай кофе хлебнуть. Ну. Ты же с тобой, блин, и кофе не попил. А ты пей давай. Нет, давай. Ты. А, мне тогда. Тобой а когда же я боюсь оторваться? Дюк, ну, дюк прям это, чисто... он не может без пения, но мне нужно шарил, чтобы у меня мозг очень быстро, мне нужно менять как в шахматном порядке упражнения. Мне Катя уже, блин, честно говоря, блин, вчера такая, можно в тишине посидеть? Я боюсь. Я, значит, смотри, что я делаю. Да. У меня очень хороший тренажер, как тренажер я называю, но я их балдею как бы. Я включаю Колю Носкова, романс, и просто на него мы вместе поем. То есть он поет, для меня это очень прям, хорошо, это да. Для меня как уроки. То есть я да, разрабатываю все связочки, то есть мы с ним, я вообще прям, элементарно, один в один могу брать все его даже, блин. Высокие там, но, то есть мы поем, не напряжно мне все, все романтики. Вот его я ставлю прям балдею, и ставлю там, луча на повороте там бывает, поставлю там, высоко не залажу, потому что как бы, но хочется, очень хотел бы развить такую... Ну, ты же правильно, слушай, как... Видишь, мне больше тенор импонирует, то есть, мне больше, чем басы, то есть, меня больше торкает мои струнки души теноры, не басы. Я тебя понимаю, да. Ну, смотри, а в чем проблема? Ты делаешь свои высокие ноты, вот они будут теноровыми, они будут торкать... Струны твоей, да. Фибры все твоей души, тонкой, тонко организованной творческой души. Молодой человек, у нас осталось 9 минут, и я сваливаю. Пардон, я пардон. Слышу, я сваливаю. Так. Вот это, вот такую конфигурацию. Вот это вся музыка. Я сразу слышу. Давай. Да. Я только поставил, я сразу понял. Ты только начал играть, я уже... Ух, мне так понравилась последовательность. Смотри. Так? Мацевоч. Ты пошел наверх, я хотел, чтобы ты вернулся. Я давай, смотри, тоника, субдоминанта, доминанта, давай. Тоника. Давай. Тоника, пошли. Нет, покажи мне, у меня возврат. Вот. Вот. Хорошо, вот так вот выстраиваем. Хорошо, давай. Так, это мы выстроили. Это я вот тебя заложил, как будто слушай, это бомба. Уже. Там много всего, да, там да, кадансы давай. Есть давай, разные, давай. Там... Давай, я... давай, работаем, учитель. Давай сейчас, давай теперь отделывать вот эту основу тоник, тоника трезвучия. До ми соль ми до, ми соль си соль ми вот. Фа. Че, я запомню, как стихотворение сейчас. Да. А ля до ля фа. От ми. Ми соль си соль ми. Да, да, да. Так, от ми. Ми соль си соль ми. А давай тре. Зато обстоятельно пропеваю сейчас.
Давай си построим. Ах ты ж. Так, сейчас. Си, си, ре, фа, ми. Си, ре, фа, си. Когда мы слишком стараемся, прием вот напролом, мы стратегически допускаем ошибку в это время. Нам нужно именно вот так вот. Вроде бы кажется, да? Конечно. Кажется. Это же школа парадоксов, я же тебе говорю. Но? Феноменов таких, когда надо, вот кажется так, а надо так. Кажется, дыхай, надо много воздуха, а надо поменьше воздуха. Там... Изначально кажется, как в повседневной жизни полной грудью, а так нет, надо сюда взять. Да. И так на всем. Тут вот. Пошли, знаешь, что сейчас поем? Такие вот упражнения у нас с тобой есть. Только так тоже припоем. До ре, до ми, до фо, до соль, до ля, ля. И нам это очень до так. До ре, до ми, до фо, до соль, до ля. Теперь до си, до ля, до там, да. До си, до ля, до соль, до фа, до ми, до ре, до ля. Ой, ну сейчас вот манеру взял правильно, не запомни ее. Даже слеп, ну в смысле с этим, с носком, когда будешь петь, вот, тоже не забывай про это сейчас. Вот. Так, смазываемся. Уже? 58 минут. Да, потому что на разные часы, разное время показывают. Я ориентируюсь по тем, которые, ну, наиболее показывают в твою пользу, короче, которые показывают время. А, вот у тебя точнее, да? Логически завершим данное занятие. Да, да. Вот, чтобы ты успел куда-то тебе что нужно. Все нужно. Вот.
Что-то я соскучился по Ваське уже, по Васе из Мосфа. Поэтому хорошо. Как на выставке, да, по-моему? Да, 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 по вайпись там, по... Пофлексить. Идем. Да смотри, какие вчера носочки взял. Да шикарно, я вижу, что ты такие. Короткие, да, серая, да. Это... Серая пяточка. Да, 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 кстати, под джинсы. А это под кроссовки. Ну то сейчас очень модно. Вот именно сейчас такие носки, которые вот, ну, по первому пинск моды, который короче, у них пяточки там. Ага. Ты все просекаешь. И кроссовочки, конечно, прям. Что ты франт, как Дэнди, лондонский одет. Да, я всегда выхожу, консьержка такая. Ну, да, добрый день. Сегодня такой спортивный нарядный. Да, слушай, хорошо, но так сформулировал. Спортивный нарядный. А так и есть, да. Ты умеешь сочетать качество. Занимался? Давайте, давай, давай. Давайте, так что у нас? Восстановление, да? Да, да. Пошло у нас восстановление. Пошло, пошло. Все, 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 да, хорошо, да, все, думаю. Mm-hmm.